Здравствуйте, друзья! Мы с вами не первый раз в этом здании. Тут у нас много наших студентов. Человек, наверное, сейчас, может быть, 70 работает. Вот в этой компании. У них очень современный такой офисный билдинг. И здесь это паблишинг, это как бы издательская компания. Они делают учебники бумажные, электронные, в самом разном, так сказать, формате. И вот сегодня у них отмечается праздник Дивали. Мне сказали, снимай так, чтобы люди не попадали. Вот я без людей. В этом месте у них, украшение такое. Тут все фотографируют. Вот такие вот индийские дела. Вот. А здесь вы не чувствуете, а я осязаю запах пищи, потому что стоит такая очередина. Народ подъедает индийскую кухню. Мы находимся на втором этаже. Вот со второго этажа я снимаю. Вот написано «Пирс 54», вот тут с торца. Тут много идет. Это залив Сан-Франциско-Бэй. Вот тут и кораблики там посерьезнее есть. И вот окнами на все это хозяйство. Значит, вот такое здание, очень современное, красивое. Опять же, через окно просто я хочу передать как бы антураж. Это такой комплекс, тут много зданий. И вот мы в одном из таких зданий находимся. Вот там народ собирается. Сейчас все будут делать красивую общую фотографию. Вот, друзья, мы беседуем с Людой, нашей выпускницей. Такое ощущение, что очень недавний, да? Год назад. Уже можно год прошел? Даже отметить, в декабре был. Будет год. Сойти. Так вы что, весь год тут, что ли? Да. И как? В такой хорошей компании. Давайте ваш этот прикид покажу. О, так это вы прям приобрели или вам девочки дали? Девочки так поделились так. По поводу праздника. Сегодня праздник Дивали. Да. Так вы вот на такой работе как бы, вы что-нибудь новенькое такое разузнали для себя профессионально? Конечно, каждый день что-то новенькое. То есть есть такое? Да. То есть не то, что вы там книжки вычитываешь? Нет, в QA ты каждый день узнаешь что-то новое, каждый день нужно знать. А у вас есть какая-нибудь автоматизация здесь вообще бывает? Да, есть. Ну, вам достается автоматизация? Наш математический проект совсем новый, и автоматизация только начинается. Но вы участвуете? Отбирают эскизы, которые подходят для автоматизации. Мне друзья разрешили снимать там, где нет людей. Поэтому я вот снимаю, так, чтобы люди не попадали в кадр. Вот здесь народ сидит, там телевизор посматривает. Этот велосипед, он как бы компанийский, можно брать его, покататься. А там конференц-румы такие симпатичненькие, видите, вот так за стеклом. Вся стена – это доска, на ней можно писать там сзади. Вот там офис вдали, видите, тоже там вся стенка исписана. Вот, а мы идем по коридору. Здесь у них вообще на стенах нарисовано все время что-то. Так, а слева, вот по левую руку, вы видите офисы? Видите там? Такой вот фетром таким, такая фетровая фиговина с дырочками. Как-то занавесочка такая, она двигается. Вот я могу ее подвигать, видите, она на рельсиках там. Вот, так она двигается. И здесь пишут, когда кто, если забили помещение, здесь написано, что забили. Вот такие офисочки. Пока никого нет, могу снимать. Такие они маленькие там в темноте. Вот, друзья, показываю вам потолок. Там нет людей. И вот такой потолок. Те, кто строительством занимается, могут, может быть, заинтересоваться. Мы покидаем компанию. Вот это книжки, которые тут издают. Видите они? Вот. Там телевизор. Что-то зачем-то на стенку все это проецируется, даже не знаю. Вот. Ну, лифт, ой, лампочка. И мы тут с Софией уходим, возвращаемся в офис. А здесь вот мы в холле спустились на первый этаж. И так сейчас будем там выходить на улицу. Вот такой антураж у этого здания. Видите, написано «фитнес-центр», там можно в рабочее время размяться. А там вообще помещение какое-то свободное, я смотрю. Окей. Okay.
А вот мы и вышли на улицу. Просто я хотел вам показать, как все это смотрится так внизу. Хорошо, что тень. Вот можно посидеть, попить водички, пивка там. Ну, не знаю, чего сотрудникам разрешают пить в рабочее время, то можно попить. Вот мы продолжаем бродить по этой территории. Вот переходим маленькую улочку. Вот такой район. Тут целые районы новые в даунтауне Сан-Франциско, которые раньше были довольно, как сказать, зачуханными, так можно сказать. Они сейчас застраиваются, видите? Вот здание, которое поближе к нам, это такой кондоминиум. Видите, там велосипедики у людей стоят на балкончиках. Так все очень красиво и симпатично. Вот он, Сан-Франциско. Говорят, дорого тут. Уже там дороже Манхэттена стал. Ну, да. А как, когда вот такое? Вот мы подошли поближе, и так, чтобы тенечек был, к этому комплексу, к кондоминиуму. Ну, видите, как тут люди живут? Прямо у них, у некоторых, калиточки вот на улицу выходят, видите? Там с детками. Тут идет женщина с коляской. Я не снимаю, как бы нехорошо деток снимать чужих. Вот. Народ не любит этого дела. Это большой комплекс, просто передняя часть его, вот, возле которой мы находимся, она такая двух-трехэтажная. А вот там дальше, видите, там этажности побольше. И вот калиточки прямо на улице, смотрите. Вот там чуть подальше даунтаун. Ну, вот так мы видим кусочек. И вот здесь слева такой шапито, можно сказать. Это там сейчас такой лошадиный цирк. Кабале называется. Там на флагах написано, не знаю, вам видно, нет? Это наш иммигрантовоз, а это вот улочка, на которой мы запарковались, тут же все до кучи. Вот так.